Сколько их там, я не знаю, трое их там. Ты моя девочка. Кс-кс-кс. Ты тут в холоде, в грязи лежишь. Вон они, крыски маленькие, блин. Сколько их там? Стоп, 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 стойте там, не ходите. Ага. Ой, маленькие. Глазеночки уже открыли. То есть она их... Две недели котятам. Ага. Блин, смотри, что мне рвануло. Может, ее сперва туда? Два. Иди, котятам. Иди. Иди, иди, иди. Тихо, тихо. Да я этих заберу, не бойся. Да не бойся. Сейчас убежит она. Давай. Ой, помогайте. Не бойся, мы их не оставим здесь. Кто там ходит? Не, не, это я. Четверо. Четверо. Все, иди. Иди, они там у тебя, все, иди. Все, все. Все, да? Все, ага. Да. И куда вы их? Домой. Домой куда? Себе домой заберете. Ну, если можно, то к вам. У меня две собаки. Ну, как собаки? Чихуахуа. Ну, это не собаки. Так, осторожно только, пожалуйста, не ударьтесь. Капает у вас тут. Да, это вот заявка сделана. Ждем-с. Тут у нас бабушка кормит. Бабушка кормит. Но она даже не знала, что кто-то родил что-то. Я у нее спрашиваю, я говорю, там это. Она говорит, я не знаю, кто там что родил. Ну, видите, они же рожают не прямо возле кормежки, они ищут темный угол. Там, где нет проходимости. Ну, То есть бабушка же по подвалу не ходит. Попробуй бабушке. Позагибайся она, так, как она, ну да, она вот сюда заходит, у нее ключ есть от подвала. Она скажите бабушке, что кошка с котятами нормально. Угу. Сейчас выкормим, вырастим, котят раздадим, кошку стерилизуем и кошку пристроим. Ага, ясно. Ну, спасибо большое. У нас жители так разволновались уже, тут начали собирать тоже там что да как. Хера толку, что они волнуются. Кто из них заберет? А забрать? Ну да, забрать, конечно. Ага, волноваться все молодцы. Да. Вы сейчас нам откроете? Да, я открою вам. Котики на Лексусе поедут. Здравствуйте. Да, с подвала и в Лексус сразу, представляешь?